Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної миколаївської громади. Сьогодні ми приділимо увагу роботі Миколаївської обласної громадської організації «Руська національна община Русіч». У нас у гостях голова організації Білоусова Тамара Миколаївна, член товариства майстриня Зінаїда Купрієвич, а також голова Ради старішин Ради національних товариств Миколаївської області Мурат Каймаразов. Шановні гості, я рада вас бачити у нас у студії і дякую, що погодились на цю зустріч. Доброго дня. Доброго дня. Мурат Джамалович, поскольку ви у нас голова Ради старішин, напевно, з вас почнемо. Як, коли сталося так, що русичі приєдналися до Ради національних товариств Миколаївської області? З чого почалася ось така спільна історія? Так раз ви задаєте мені вопрос, а я вспоминаю времена, так, когда впервые русичи в Корабельном районе проводили один уникальнейший праздник. Я думаю, Тамара Николаевна меня сможет напомнить. И они меня пригласили на этот праздник. И когда я увидел прекраснейший русский коллектив, как они поют и танцуют, вот, честно говоря, я фамилию и имущество этой женщины не помню. Руководителя, там, да? Руководителя женщины. Я думаю, Тамара Николаевна мне подскажет. Шумчуклина. Но с этого момента, это было, наверное, если не ошибаюсь, ну, наверное, 2000 году. 2001-2003. Да, 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 примерно вот в эти года. Ну, как раз они сказали, что мы хотели бы организовать русскую общину, вот, и работать Советом национальных обществ. Я помню это время, мы сидели за чашечком чая, мы общались с ними, это была прекраснейшая встреча, поэтому она запоминающаяся. Конечно, ну у вас все встречи такие, Мурат Джамалович. Да, вы понимаете, я увидел хороших, прекрасных, хороших людей, которые хотят возрождать свою родную культуру. И с этого момента, конечно, была организована русская община. И буквально с первых периодов наши контакты сохранились. Постоянно созванивались, общались, встречались. Вот Тамара Николаевна, она человек достаточно толерантный, неконфликтный. Она практически старается со всеми вести такой диалог для того, чтобы к нему присоединиться. Вот сегодняшний, если говорить в сравнении с тем периодом, да, это огромное количество творческих людей, которые пришли в русскую общину. Именно пришли. Разного направления. И тогда, честно говоря, меня, как советую старейшину, меня радует то, что люди, живущие на Николаевщине, а нельзя забывать, что Николаевщина проживает где-то 17 лишним процентов населения русских, это очень большое количество, и нельзя забывать о том, что, кстати, Тамара Николаевна, в 2012 году еще были приняты и в городе, и в области специальная программа по русскому языку. Поэтому, да, когда мы ведем разговор о русском или украинском, я всегда говорю о том, что русский язык является для нас, представителей 133 национальности, языком межнационального общения. 133 национальности, да, в нашем регионе, да, представлены. И мы, соответственно, да? А украинский язык, я говорю, это государственный язык, несомненно, мы изучаем, мы говорим на украинском. Но при этом мы руководствуемся Европейской хартией региональных мов, статья номер один. Понимаете, вот исходя из этого и область, и город приняли очень объективное демократичное решение. И переходя к сегодняшнему дню, я скажу очень просто. Давайте мы пока что, да, сегодняшний день не тронем, потому что мы, понимаете, вот развиваем тему с того момента, как все начиналось и, да, к чему сегодня общество пришло. Тамара Николаевна, вы начинали работу общества и, или были еще люди, которые... Моим предшественником, да, предшественником был Черников Николай, да, Николаевич, ныне покойный. У него были уже на готовой почве связи и с консульствами, и с обществами и России. В принципе, мы пришли уже на благодатную почву, которую организовал Николай Николаевич. Поэтому что-то у него получилось. А когда вошли в Совет национальностей, вот на следующий год нашей организации будет 15 лет. Вот юбилейная такая вот будет встреча. И я считаю, что, конечно, Советом национальностей нам было комфортно, потому что мы были одна семья. И я никогда вот говорила... Мы есть одна семья, Тамара, да, мы и есть одна семья, да. И я всегда говорила, кто бы у нас в обществе были, к нам приходили и армяне,
азербайджанцы ребята, наши, да. И вы знаете, как-то общее дело, оно всегда сплачивало. И мы никогда не делили. У нас даже была стипендиатка, девочка это, азербайджанского, вот, азербайджанское общение. Говорит, а мне нравится. Было море мероприятий. Вы знаете, они захватывали, был результат. И, конечно, уже к нам тогда и присоединялись. И, естественно, программа, ту, которую мы нарабатывали, те, которые Совет национальностей, мы как-то едины. И оно имело и хорошие, добрые вот зерна, которые до сегодняшнего дня и прорастают. Прорастают, вот. Да, правда. Вот. И эти, как раз вот то, что было посеяно тогда, собственно говоря, и уже личные какие-то вот моменты наработанные, вы знаете друг друга, вы 15 лет прожили бок о бок, все мероприятия, которые были организованы Советом национальных обществ, вы всегда это поддерживали, и мы как средство массовой информации видим, собственно говоря, работу этих обществ, и каждого из нас знаем лично. Конечно же, благодаря вашему личному участию, толерантному отношению, мы сегодня можем спокойно говорить о национальной культуре друг друга. Зинаида Николаевна, как получилось, что вы присоединились к обществу «Русич»? Тамара Николаевна меня пригласила на выставки по селам, поездили, потом на выставки в манипуляционном зале. И я к ним приросла. Так. После того. Вы родились на Николаевщине? Я родилась в Комсомольске-на-Амуре. Так. Расскажите о своих корнях. Мои корни, отец тоже там родился, только он в Николаевске-на-Амуре родился. Мама моя в Курске, под Курском родилась. Ну, как вы, прожили в Комсомольске-на-Амуре долго, конечно. Я 14-летней мне было, а меньше нас 5 было детей у родителей. Старшая сестра, она тоже с нами поехала, но попозже уже приехала. А четверо мы 11 суток ехали поездом. Вы приехали сюда, потому что это была рабочая командировка отца? Это было направление отца. У него было направление Херсон, Николаев и Севастополь. Он выбрал почему-то Николаев. А так в каком направлении он работал? Он направлял, ну, судостроитель он. И как раз в Николаеве строился завод, в 56-м году было. А он в 53-м начал строиться. В 56-м году, и он остановился здесь, в Николаеве. Всю свою вот оставшуюся жизнь он проработал в судостроении? Нет, он всю оставшуюся жизнь не только в судостроении, он работал и в порту. А потом, когда на пенсию ушел, он работал при магазинах этими весов, это ремонт весов. Вот так вот. Вы видите, как сплетается единая канва жителей Николаевской области, насколько разные жизненные истории, разные у нас корни, и насколько жизнь объединяет нас. И вот люди, которые родом с Комсомольска-на-Амуре, напрямую сопричастны с нашим судостроением. Они были на заре судостроения Николаевщины, они ставили эти суда, они сопричастны, собственно говоря, с жизнью города. Шановні друзі, про подальшу, або взагалі про свята та будні роботи товариства «Русич» я пропоную подивитися далі. Давайте трохи відпочинемо, переглянемо наступну фотозамальовку. Oh, 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 oh
друзі, сьогодні говоримо про роботу Миколаївської обласної громадської організації «Руська національна община Русич» в рамках програми «Розмова на тему». Тамара Ніколаївна, скільки сьогодні народу у вас? Ну, ви знаєте, команда та осталась. Даже немножко, я сначала была, помните, как-то на предыдущей встрече говорила, что многие уехали, многие это, то я смотрю, сейчас вот многие возвращаются, и это отрадно отметить, предлагают, конечно, и свои планы, и я считаю, что, в принципе, подъем есть, и творческий потенциал у нас на уровне. На уровне. Сегодня непростая ситуация. Сегодня вот вы затронули ту тему, что люди уехали, возвращаются. Давайте вот мы попытаемся сегодня наметить, знаете, такие вот на нашем уровне вопросы, на очень, ответы на очень серьезные вопросы. Потому что Украина переживает одни из самых сложных периодов своей истории. Идет война, и русский и украинский народ поставлены в противодействие друг другу. Такого не должно быть. Это противоестественно, это противозаконно в планах жизненных, если мы говорим. Как вы думаете, какие основы должны сегодня нас повернуть все-таки друг к другу? И вот сегодня неспроста мы начали с истории, что каждый из вас на своем уровне создает вот этот основу, плацдарм для сотрудничества. И это было 15 лет, и все было хорошо. Что делать дальше для того, чтобы удержать? Вы знаете, в это сложное время, некомфортное время, для жителей Николаевского региона, давайте будем говорить, ограничимся в рамках нашей Николаевской областной, да, областной организации «Русич», как мы вписываемся в этот. Многие, конечно, как бы смотрят и отрицательно, у каждого свое мнение, но я считаю, что на земле мы люди. Человек звучит гордо. Значит, нужно всем успокоиться, делать добрые дела, а я вот неспроста сказала о том, что общее дело, оно человека сплачивает. Объединяет, конечно, сплачивает. Всегда. И поэтому только добрыми делами. Намечать нужно добрые дела. Убрать эти все негативы, злословия, какие-то, если распри. Что-то есть, распри, да. Они абсолютно нашему Николаевскому региону не нужны, потому что мы одна семья. И горожан, и жителей области нужно друг другу помогать. Вот поэтому, я считаю, это должно быть веско звучать из уст всех, и партий, и организаций, и людей. Потому что мы должны воспитывать нормальное человеческое общество, где человек человеку друг. Все, вот друзья, вот мы дружим. Тамара Николаевна, в рамках общества насколько остро стоял вот этот момент? Как вы пришли к вот такому выводу? Потому что в течение, наверное, 2 лет, да, вот, может быть, даже 1.5 года, каждый из нас должен был определиться, что происходит, вот свое личное отношение. В рамках каждого общества, тем более национальных вот таких культур, конечно же, тоже. Давайте перевернем страницу политических амбиций. У каждого они свои, каждый имеет право на собственное мнение, каждый должен уважать мнение другого человека. Оставим все конфликтные ситуации и еще перевернем следующую страницу, где должно быть созидание, добро и только добро. Понимаете, побеждает всегда добро. Улыбка. Улыбаюсь всем горожанам. И те, кто меня воспринимает, и те, кто не воспринимает. Но самое главное, что позитив должен быть. Так. Позитив. Вот и желание человека... К созиданию. Вот услышать, да, быть услышанным. Вот. Потому что все мы, особенно женщины, мы хотим, чтобы наши мужья, конечно, наши дети были живы, здоровы, да и процветание, чтобы было в нашем крае, чтобы мы ждали внуков, и у них было все хорошо, и здесь, и вообще в стране, и в мире, это правда. Мурат Джамалович, мужская точка зрения. Вот смотрите, я изначально всегда говорю, что любой человек, который берет на себя ответственность, он должен быть очень толерантным человеком. Да. Вот рядом со мной находится толерантный человек. Это человек, который говорит, нужно научиться прощать. Нужно идти к добру, к теплу, к созиданию. И, конечно, я скажу такое, что особую роль здесь играет средства массовой информации.
Ну, вот сейчас на нас самое главное шишки покатятся. Да. Почему я говорю? Потому что даже если где-либо средства массовой информации увидели какие-либо противоречия, 0,001% из 100%, не это нужно освещать. Я согласна с вами, Мараджан. Абсолютно. Чем больше тепла, и сегодня вот наша встреча, да, это яркое подтверждение. А Николаевщина, это богатейшая область. У вас книга вон какая. Николаевщина богатонациональная. А какие прекрасные люди. Я вам расскажу. Да. О толерантности, когда я поехал в этом году домой. Так, в Дагестан. Когда я им рассказал, какой прекрасный народ живет в нашей области, в Украине. Так. И когда я подарил вот эту вот книгу. Так, журнал добираем. Сейчас не о журнале речь, а книгу покажите нам. Вот, я сейчас вам покажу эту книгу. Значит, я подарил в школы. И в ближайшее время эта книга будет отправлена в дагестанские университеты. Для чего я это все делаю? Для того, чтобы у моего народа Дагестана проявлялось понятие, какие народы живут в Николаевской области. Мы многонациональная семья. А что они знают? Вот, например, ваши родственники, что они о Украине знают? К сожалению, как я и начал со средств массовой информации, они получают свою информацию. Понятно. Но мы живой народ. Поэтому, когда мы ездим туда-сюда, общаемся, они должны видеть, мы. Я ехал с гордостью, вот с этим знаком. Понятно. Заслуженным работником культуры Украины. Меня прекрасно встречали. Просто у меня мой род очень ученый народ. Так. Поэтому, когда мы вели диалог, например, дядя у меня доктор наук, исторических наук. Угу. Я с ним встречался. Он в Академии наук работает. То есть... Когда а вы заслуженный противник культуры Украины. Абсолютно. Я рассказывал об Украине. Они с гордостью слушали меня, что их сын Дагестана стал заслуженным работником культуры Украины. Это есть элементом, показателем гордость, страны, да, да. Где почитают другие этнические группы, независимо от того. Это очень важно. Поэтому мы вот в одной семье, в Совете, что бы ни происходило, мы внутри можем и поругаться, там у нас все что. Но при этом величие толерантных отношений, уважения, поддержки это существовало и будет существовать. Потому что мы Николаевщина, мы многонациональная семья. Вот. Я хотел бы, конечно, чтобы лидерами всегда становились толерантные, добрые люди. Это правда, это особая миссия. У меня вот сейчас такой вот как раз заставочка такую хочу сказать. Поехала группа детей, учащихся, победителей вот, конкурсов в Санкт-Петербург. Возвратились. Наших николаевских детей, Николаевские дети, да. С 12 по 18 была такая поездка. Мурат Джамалович помог, кстати, там немножко с финансами. Спасибо, Мурат Джамалович. Вот, и приехала, нас встреча ленинградского землячества. Я говорю, Тонечка, придешь и расскажешь о встрече. И я говорю, Тоня, ну, ты там песни пела, русскую песню пела. Она говорит, нет, Тамара Николаевна, меня попросили спеть украинскую песню. Ой, как и хорошо. На этой встрече. Я говорю, какую же ты песню пела? «Червона рута». Представляете? Прекрасно. И я уверена, понимаете? Что они подпевали, да, потому что да, эти песни вы понимаете, настолько этот, и вот, естественно, этот ребенок, ну, восхищение ж, конечно, от встречи, у него впечатлений столько много. Ну, говорит, а ничего? Я говорю, Таня, конечно, ничего, это здорово, это хорошо, это правильно. Это очень хорошо, Тамара Николаевна, и очень правильно, что вы ставите акцент на молодежь, вы ищете созвучие с одной стороны, с другой стороны, и основы вот этого созвучия прежде всего творческие, потому что творчество это та сторона, которая политически не заангажирована, это то, что идет от души, от сердца, и вот сегодня Зинаида Николаевна в нашей студии представила образцы своего творчества, и спасибо вам большое за, знаете, ту теплоту, которая идет от этих работ. Это вышивка, это то, что соединяет все наши культуры. Наши бабушки, прабабушки всегда вышивали и украшали свой быт, свои дома действительно произведениями своего творчества. Зинаида Николаевна, как получилось так, что вы стали вышивать? Ой, я всю жизнь мечтала что-то делать. Руками? Руками, да. А по образованию кто вы? А по образованию я инженер-технолог. То есть совершенно не связано? Да, совершенно не связано. Мой отец, он почему-то брата моего пускал в эту студию, в историю. В это направление? В это направление, да. Он у меня был художник, закончил Одесский художественный, это Педин, Одесский, кафедра рисования, черчения. Преподавал в школе,
поехал поступать в Мухино, но он не все мог предоставить, и его не приняли. Понятно. У вас творчество? Я свое всю жизнь хотела. Я одно работала, я в заводе «Океане» 44 года отработала. Ну, помимо завода «Океан»… Показательно. Да. Показательно. 44 года, женщина, завод «Океан», наше судостроение. Можно сделать большие выводы, правда? Помимо этого, у меня после работы в течение дня на заводе, я вечером занималась вязанием. Так. Я просто постоянно вязала. Что только я не вязала. И платье, и костюмы, и шапочка на шапочках. Я зарабатывала. Представляете? А вышивка когда появилась? А вышивка уже получилась после пенсии. После завода, когда я ушла на пенсию, я стала вышивать. Я хотела не только вышивать, я хочу и рисовать. Это уже следующая страница, да? Вот как Тамара Николаевна говорит, перелистываем альбом. Да. Ну, вы знаете прекрасно, как на рисовании, сколько надо этих... Усилий? Усилий-то усилий. Так, терпения что? У меня очень много. Ну так смотрите, какие работы. Терпения я вам хочу много, сказать, что еще большой вопрос, что сложнее, вышивка или рисование. Потому что для того, чтобы создать вот такие полотна, вот как «Березовая роща», например, это же титанический труд, друзья мои. Сколько, например, вот вы работали? Это сопоставлять надо все эти нитки друг с другом, чтобы... Ну, я ее месяца два вышивала. Вот «Березовую рощу», да? Да. Орхидеи 4 месяца вышивала. Ничего себе. Там в каждом вот этом цветочке 52 нитки. Оттенки. Да, 52 нитки. В общем 62. Но именно в цветочке 52 нитки. Представляете? Да. И я хочу сказать, вот те женщины, которые сейчас нас смотрят, они очень хорошо понимают, о чем идет речь. Потому что заниматься творчеством – это вот душевное такое вот желание невероятное. Ты или берешься и уже дальше доделываешь, конечно, потому что ты заболеваешь этим. Конечно. Это состояние я души. Я ими живу. Как вы переключаете себя вот с будней, с наших проблем бесконечных? Вот сегодня тоже мы останавливались на такой непростой ситуации. Конечно. Да, для того, чтобы создать, знаете, позитив, жизнеутверждающую основу. Я стараюсь сейчас не включать телевизор лишний раз. Кроме шуток. Я интересовалась политикой до того, пока уже больно стало смотреть на это все. Я перестала. И чего-то я сейчас стала смотреть именно вот... Исторические церкви показывают историю церкви, духовное, да. Это вы больше меня интересовать стало, чем политика. Тамара Николаевна, включайте по средам телеканал «Николаев» в 13:00, и я вас уверяю, что душа ваша будет радоваться, потому что приходят представители национальных обществ, и мы говорим о мире, о дружбе, о взаимопонимании, о том, что сегодня поможет каждому из нас, вот, чтобы излечить наши несчастные, страждущие души, потому что действительно время сложное. Вы знаете, время просто мигом пролетело. Мурат Джамалович, вам, конечно же, последнее слово, потому что знаю, что сегодня прекрасное мероприятие проводится. Мы сегодня буквально на 2 часа едем в музей Верещагина, и у нас будет презентация уникальнейшей книги «Кубачинский орнамент». Автором, которым является Расул Алиханов. Я думаю, что дальнейшая наша встреча конечно, мы посвятим как раз этому направлению. И я хотел бы поблагодарить наше средство массовой информации телевидение, которое действительно несет тепло толерантных отношений. Для нас это очень важно. Это очень важно. Давайте пригласим николаевцев, жителей города, все-таки к сотрудничеству. Вот непосредственно будет презентация этой книги, этого журнала. Приходите обязательно в музей Верещагина, 14:00. Да. Ну, а те, кто не попадет на презентацию, включайте в следующую среду телеканал «Николаев» в 13:00. В нашем эфире мы будем говорить об этом издании. Я очень благодарна вам за эту встречу. У нас она получилась теплая. Такое, какая у нас в принципе жизнь, взаимоотношения в нашем Николаеве, в нашей области. Я хочу пожелать вам силы духа, чтобы мы сумели перекрутить, понимаете, вот это вот эти жернова, и все плохое, чтобы отошло, а все созидающее осталось с нами. Спасибо вам большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, хочу побажати вам миру, добра та злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.